Гибель двух 12-летних девочек шокировала всю Самару. Их тела обнаружили на улице Киевской. Особенно скорбят в 148-й школе, где они учились. О том, что такая трагедия может случиться именно с этими ученицами, в учебном заведении не могли и представить. Классный руководитель рассказывает, что девочки были всеобщими любимицами среди одноклассников и педагогического состава. Для нас, для всех, безусловно, это большая трагедия, потому что девочки были очень активные, общительные, наслаждались, могу сказать, жизнью, потому что они принимали участие во всех олимпиадах, во всех конкурсах, с удовольствием, с большим учились. Сейчас выясняются все обстоятельства, которые привели к трагедии. На место происшествия на улице Киевской для координации деятельности правоохранительных органов выезжал прокурор Самарской области Сергей Бережицкий. Специалисты ведомства выясняют, какой климат был в семьях подруг, и опрашивают их одноклассников. То, что случилось, да, это нам надо делать выводы, чтобы усилить работу воспитательную и усилить работу совместно с родителями. Только совместное вот действие, да, родителей, учителей и администрации позволит в дальнейшем и нам, и вообще всем школам, да, допустим, коллективам избежать вот таких случаев. По поручению главы Самары Елены Лапушкиной семьям погибших девочек будет оказана вся необходимая помощь со стороны администрации города.